Генерал армии Виктор Дубынин. Его фамилия стала символом офицерской чести и служения Отечеству. Как благодаря предложенной им уникальной тактике ведения боя удалось значительно снизить потери в Афганистане? Высадка десанта в больших количествах – это было его ноу-хау. Дубынин переодел армию в кроссовки. Ведь что такое воевать в сапогах в горах? Это же безумие. И на какую хитрость пошел военачальник, чтобы сорвать передачу Курильских островов Японии? То, что сделал Дубынин вот в отношении Курил, оно еще не оценено. Легенды армии. Во вторник в 12:10 на телеканале «Звезда плюс».